Привет всем! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Аня. Сегодня я вам покажу наше меню за 2 дня, чем я кормлю семью на карантине. Это будет своего рода фудбук, как раньше вы могли наблюдать на моем канале такие видео часто, но немножко в другом формате. Я сняла процесс приготовления. Надеюсь, что вам будет интересно. Сейчас, сидя дома на самоизоляции, мы стали в 2 раза больше кушать, в 2 раза больше готовить. Если честно, то эта готовка уже стоит поперек горла, надоедает готовить. Некоторые не хотят взять себя в руки, приготовить обычную домашнюю еду, заказывают все через интернет с доставкой на дом. Я же вас хочу смотивировать на готовку, приготовить обычные блюда, обычную выпечку домашнюю из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме, несмотря на карантин, на все трудности. Поэтому продолжайте смотреть и, конечно же, в комментариях после просмотра видео напишите, понравился ли вам такой формат и снимать ли мне еще подобные видео. Так что продолжайте смотреть. Поехали!